Всем привет, приветики, канал Айк ТВ, с вами и Павел, и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру «Девочки на роликах, танцы на колесиках». Итак, Мистер Кис, приступим? Да, Павел. Мистер Кис, вначале нам нужно переодеться. Хорошо. Давай поменяем одежду нашей Айк ТВ. Может, я буду... Ты хочешь какой-то зеленый стиль? Сегодня цвет... подобрать. Зеленый. Мистер Кис. Да. Зеленая блузка. Все зеленое. Давай какие-нибудь шортики, юбочку. А вот смотри, зеленая юбка, да, какая красивая. Давай. Или шортики. Или такие шортики тоже неплохо. Ага. А тебе что нравится? Давай юбку лучше. Давай, Мистер Кис, выбирай, что тебе нравится. Мне нравится. И юбка. Сам будешь сегодня тренировать нашу Айк ТВ. Хорошо. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айк ТВ. Будьте в курсе новых серий игры. Танцы на колесиках, девочки на роликах, танцы на колесиках, да-да-да. Мистер Кис, я опять ошибаюсь. Итак, давай подберем ей наряд. Подберем. И прям все зеленым выбираешь, да? Всего. Понятно, понятно. На улице весна, и хочется что-нибудь такого зеленого, что не было зимой. Зимой все белым-белом было. Итак, отлично, отлично, Мистер Кис. Ты выбрал такие зеленые ролики, ботиночки, так, как какие-нибудь очки тогда, и зеленые, зеленых очков нет, ну тогда защиту ей какую-нибудь зеленую, отлично, и я думаю, что мы отправимся, Мистер Кис, в парикмахерскую, сейчас отправимся, будем что-нибудь, да, делать с нашей причесочкой. Итак, Мистер Кис, пострижем наши волосики, волосики Айк ТВ. Хорошо. Отлично. И еще чуть-чуть. Давай помоем голову. Будем. Как ты думаешь, мы будем менять цвет волос? Конечно. Только не говори, что они будут зеленые. Почему? Я думаю, что не стоит делать все зеленое. И волосы зеленые, и одежда зеленая. Ладно, Мистер Кис, посмотрим, посмотрим, что ты придумаешь. Посушим волосы. Отличненько. Сделаем бигуди. Бигуди, бигуди. Ну давай, давай, последний бигуди на голову. Посушим голову, волосы. Хорошо. Итак, прическа, прическа. Какую мы выберем прическу? Давайте какую-нибудь с косичкой. Вот смотри, третья причесочка. Давай, ну вот такую, да, косую сделаем. И теперь нам надо изменить цвет волос. Ну нет, ну не зеленый, Мистер Кис. Что-нибудь, я не знаю, или какой-нибудь другой цвет. Ну, желтенький, кстати, тоже неплохо. Или какой-нибудь рыженький. Ну да, вот такие, вот такой цвет волос. Кстати, даже смотрится очень неплохо. Да. Пойдем сделаем майкап. Давай. В спа-салон. И в спа-салон. Итак, уход за лицом. Да, у нас прыщики на лице, и нам надо обязательно все это убрать. Итак, мы моем лицо, да, мылом, по-моему, каким-то специальным кремом, ну, лосьоном. Да. Ага, ну все, все, молодец, ты все хорошенько. Хорошо, да. Натер. Теперь помоем. Помоем. Водичкой. Ага. Отлично. Сделаем масочку, наверное, да, как ты думаешь, Мистер Кис? Масочку, ну, зеленую сделаю. Маску с зелеными огурчиками. Ага. Ага, ой, какая маска. Весенняя. Отлично, снимаем огурчики с глаз. Помоем лицо. Очень хорошо, и нас беспокоят вот эти прыщики, которые мы должны вначале придезинфицировать, а потом выдавить. Удалить. Мистер Кис, ты, наверное, знаешь, что да, прыщи нельзя давить самому, а можно только с помощью косметологов это делать или врачей. Я понял. Итак, удаляем прыщики. Теперь возьмем... Это такая масочка для носика, да? Наверное. Ага, подождем. Все, она сделала свое дело. И теперь нам осталось... Снимай, да, маску с носом. Распарить лицо. Да. Ага, вот так. Открыть вот. Все поры. Возьмите лица его, распарить, чтобы оно было как бы... И давай... Что, это что, массажер у нас? Помассажируем вокруг глаз. Дети. Отлично. Ой. Как будет. Итак, теперь нанесем крем тональный.
Насколько я понимаю, так это пудра. Мистер Кис? Ага, хорошо. Ой, ой, какая красивая у нас стала Айка ТВ. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий игры «Девочки на роликах». Танцы на колесиках. Да, духами побрызгаем ее вот немножко. Так. Ну, хватит, хватит, это уже предостаточно будет. И что мы дальше будем делать, мистер Кис? Мне кажется, нам надо... Ну, идти, наверное, соревноваться на роллер-дром. На роллер? Одежду мы подобрали. Внешний вид мы... А, ты хочешь губки накрасить? Ну, давай, давай, давай. Я не против. Пудру будешь какую-нибудь использовать? Она что-то не хочет пудру. Не, или будем хочет все-таки, я не знаю. Щечки будем красить. Синюю? Синюю губную помаду? Да, тренд. Ну, хоть сейчас это и в тренде. Но мне кажется, ей надо какую-нибудь красную или розовую помаду. Розовую, вот эту что ли? Ну вот так хотя бы. Или давай что-нибудь покраснее. Ага. Фиолетовую ты хочешь такую, да? Фиолетовую. Ну, пускай будет так. Я не против. Хотя я не знаю, сочетается ли этот цвет с зеленым цветом. Я тоже. Не мне об этом судить, я не знаю. Все-таки щечки надо красненьким немножко... Да? Ну давай покрасим. Да, подрисовать. Как ты думаешь, мистер Кис? Я тоже так думаю. Возьми пудру. Красную. И нарисуй ей такие румяна. Ага. Вот так что ли? Хорошо. Отлично. Очень хорошо она стала у нас выглядеть. А, ну, наверное, пора теперь уже точно идти на роллер-дром и принять участие в соревновании. Ну да. Сейчас мы, ребята, составим программу выступлений. Ага. Мистер Кис. Итак, роллер-дром, роллер-данс. А, так, так, так. Отлично. Давай выберем музыку и подготовим упражнения, приемчики, которые мы будем демонстрировать в нашем танце. Отлично, музыку выбрали. И теперь элементы танца, которые нам надо составить вместе, чтобы откатать нашу программу. Я понял. Молодец. Отличненько. Итак, мы подготовились, и наше выступление. Против нас танцует Изабелла. Итак, мы соревнуемся с Изабеллой. Девчонки обменялись любезностями и наше выступление. Мы первые. Так, мы начинаем выступление. Вау! Отличненько! Очень хорошо! Теперь Изабелла покажет свое мастерство в первом части выступления своего. Ну, тоже молодец. Хорошо. У ней хорошо получается. Ну да, она мастер. Итак, мистер Кис. Наша Айка ТВ продолжает. Раунд 2. Ага. Ну, как-то немножко что-то у нас не получилось, мне кажется, мистер Кис. Мы немножко, мне кажется, уступаем, Изабелл. Хотя тоже все вроде бы неплохо, но почему-то что-то мне какое-то есть смущение небольшое, мистер Кис, в нашем выступлении. Что-то мы не до конца продумали. Молодец, молодец, Изабелл. Ну, не знаю, что-то мы не так сделали. Отличненько. Да, у Изабеллы получилось неплохо, мистер Кис. Наверное, все-таки Изабелл победит. Если не такое предположение.
Итак, голосование, голосование зрителей. И... Давай, 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 Айка ТВ, давай, давай, давай. Нет, 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 мы совсем чуть-чуть прыгали. Ну как же так, я же говорил, мистер Киз. О, господи, прям очень жалко, прям чуть-чуть мы проиграли. Мы лузеры. Ну, это, как говорится, соревнование. Ничего страшного, в следующий раз нам повезет. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий и игры «Девочки на роликах, танцы на колесиках». Мистер Кис, а теперь попрощаемся с ребятами. Ребята, всем пока, до скорых встреч. Не забывайте ставить лайки, мистер Кис. Всем пока-пока, увидимся. Увидимся.